чувствую себя какой-то маленькой девочкой в крепко-алкогольном отделе. Ну что, я приехала домой, все хорошо, дорога, там все дела, в общем, все хорошо, уже дома. Вот такую вот папочку нам дали на входе в лесотехнический институт, университет. Вот здесь блокнотик ГЛТУ, ручечка, 3D-очки, и здесь, по-моему, очень много брошюр. Там газеты, брошюры, ну и, собственно говоря, такая папочка неплохая. Знаете, как бы удивительно, я первый раз, в принципе, была на дне открытых дверей, и как бы папка тоже прикольна. Вот также зашла в магазин, купила себе ватные палочки, потому что они лишним никогда не бывают. И увидела вот такую маску, не знаю, хорошая, нехорошая, решила купить, как бы, думаю, лишней не будет. Ну, вот такие маски, они иногда очень-очень сильно выручают, и я люблю их держать в запасе дома. Вот, так что такие вот делишки.